Так, мама меня встречает. Луждичка. На заливе. У нас там закат. Что, мама? Куда пойдем гулять? Мы пойдем же персики покупать. Да, персики пойдем, покупать. Пойдем покупать чего-нибудь. А гулять не будем? Не будем гулять, потому что Али же дома или нет? Нет, скорее всего, еще работает. Вот это он говорил, дождь. Наверное, нет, а там дождь быстро прошел. Ну, небо голубое уже. Он говорит, что он к 8 будет. Поэтому я думала, что надо праздную картошку сделать. Да? Ну, можно. Давай, у нас там есть что-то покушать. А картошечку мы сделаем и салат с капусточкой. Да, окей. И с огурцом делать, сестра. Да, давай, окей. С мамой встретились, скупились, погуляли немножко. Что у нас тут? Картошечка варится. Будет пирожечка. Пирожка. Пошла уже вторая неделя моего пребывания здесь. Мне доверили сварить ужин, приготовить. Да. У нас сегодня картошка пюре. И этот, и салат из капусты, огурцов. Ну, там перчик у нас, в общем, вот так вот. Прямо тут пар пошел. Это какой-то новый рецепт, ты говорила, чего-то. Да, это будут такие котлетки. Вот они будут из грудки. Грудку мы режем мелко-мелко. Там сыр я потерла. Ага. Туда яйцо, майонез, муки немного. Мне, знаешь, что нужно? Чеснок. Дай мне хороший зубчик чеснока. Тебе именно зубчик или сухой, ты говорила? Нет. Ну, чуть-чуть. Ну, нет, мы можем и сухого. Зачем же мы привезли? Ну, да, у нас есть свой домашний. Из Украины привезли. Вот. Давай, ты по поводу этого блюда расскажи, что там у тебя получается, что ты туда накидала? А, укроп. А, это нет, это же сюда. Это то салат. Значит, здесь у нас грудка куриная. Ну, как по рецепту, 3 яйца должно быть. Сыр. Потерла вон то, сыр потерла. Uh-huh. И сюда потом, ну, вот опять же так, и сыра. Ну, не знаю, может быть и 100, может быть и 80 грамм. Ну, я, нет, ну, может быть, сколько там, меньше, наверное. Грамм 50 сыра. Uh-huh. Вот, укропчика покрошила. И туда, по-моему, по рецепту, там или сметана, или майонез. Вот, ну, поскольку там у нас немножко осталось кляра от утренних отбивных, поэтому я пока что туда вложу, а потом мы добавим туда жидкости. Сюда еще там уже... Так у нас и майонезу есть. Я знаю, да. Ну, как бы... Сейчас посмотрим, насколько оно будет жидкое. Жидкое, мне же надо такое, как на оладушке. Ладненько, хорошо. Ждем следующего этапа. Этапа. Ну, что там, колотишь? Колочу, да, мясо. Это называется, ну, типа фарш, да? Угу. Ну, я такого не делала. Но просто я видела вчера в интернете, вот. Ну, такой быстрый приготовление, то есть блюдо с курицей. Угу. Вот, оно будет такие, типа, котлетки. Сейчас мы его хорошо полопатим. А ты первый раз такое делаешь? Первый раз. Я же посмотрела в интернете вчера. Вот. И думаю, да, можно попробовать. Это у нас сковородка грязная после утренних отбивных. Ну, она не сколько грязная, сколько там, ну, что-то там, делали, там десяток отбивных. Я решила не буду мыть. Там немножко воды мне прихватили, бо я улитку закономила. Вот. И какие котлетки получаются. Смотрите, какие красивые котлеточки выходят. Это ты даже укропчик сюда добавляла, да? Укропчик, чесночок. Ага. Ну, вроде выглядит интересно. Так, у нас котлетки готовятся, последние дожариваются. Еще гречки мы наварили, салатик мы наделали. Вот этот у нас будет вкуснючий домашний ужин. Ну, сколько же можно по $300 ужинать? Сколько же можно? По ресторану, все по ресторану. Давайте же будем по-людски кушать, по-домашнему. Домашняя еда. А, они тут вот это и зачем? Гречечка с котлеточками. А, вкусняшка должна быть. И салатик. Стоит, встречает меня. Давай. Маманя, ты держи, там ты это алкоголь купила. Ты, а что, Лаида придет? Ну, может быть, поэтому взяла на всякий случай алкоголю. Понятно, а я тут гуляю туда, сюда уже как бы. А что ты не пошла дальше по прямой? Где? Туда? Ну, туда, да. Я решила, что я уже далеко прошла. И думаю, вдруг мы с тобой где-то, ну, где-то не пересечемся. Гости у нас тут. Маленькие. Мне моя жизнь.
Завтракаем. У нас на завтрак мама приготовила супчик с фрикадельками. Смотрите, как-то вчера мне так не удалось заснять. Ко мне в гости приходила Аида, к нам с мамой в гости. Она приходила с Лукой, мы тут сидели, Луком машинки играл. А то там мы там немножко выпили шампанского, бутербродики у нас там были. И Аида принесла тирамису, которую она сама готовит. Очень вкусный тирамису. Спасибо большое Аиде. Вот, и завтракаем у нас супчик, кофеечек Олежке из доставки супчик. Уши достались, как он сказал, выпали. Да, Олежек? Ну, выпали, что ж делать. Выпали. И вот тоже мама приготовила котлетки свои фирменные, очень интересные, которые вот мы недавно тоже готовили. А тут гречечку и салатик с домашним подсолнечным маслом. Да, мама? Да. Спасибо, мама. Да. И за супчик, и за котлетки. На здоровье. Да. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Всем доброе утро. Кушайте вкусно, кушайте много. Сидим, отдыхаем. Мама тут свое рассказывает, а у нас вот еще это вот, веселые люди гуляют. Громко сейчас. Как в фильме «Птицы». Птицы готовы напасть. За еду сожрут. Мама сама по себе гуляет по бродвоку Брайтон Бич. Все, обиделась на нас. Мы ее обидели. Ладно, мама побежала в туалет. Никто ни на кого не обиделся. Туда пошла. Ага, как рыбалка. Ну и где рыба? Ну, все, ма, покупаем тебе удочку, будешь это вот рыбку ловить. Все, я уже скоро уезжаю. Ой, доедаем арахис наш украинский, выращенный на нашей земле мамой. Ой, вкусный, да, Олег? Очень. Все, это последняя орешка. Извините, гости дорогие, кто к нам приходил. Он так и не попробовал нашего арахиса. Ну, вы сами виноваты. Такого арахиса в Америке вы не найдете. Угу. Скажу, он вкуснее, чем в американском. Да, ну, конечно. Он жирненький, хорошенький, вкусненький. Угу. Сочный. Вот. Крупный. Обалденный. И хорошо не подгоревший. Ну, я выбираю чуть-чуть подгоревший, потому что я люблю чуть-чуть. А мне нравится нормальный. Я как раз подгоревший чуть-чуть. Вот так вот. Вот это то, что мы с мамой привезли с собой. В Нью-Йорк. Угу. Проснулись утро. Да. Вот так, как мама спала на раскладушке. Ой, рыбка моя, проснулись, а ты смотри, на голове. Голова мокрая. А чё мокрая? Вроде как это вот. Да, влажности такой нету. Опять потела. Так. Да. Я пошла умываться. Вот смотрите, как вы тут расположились. Приводить себе в порядок. Вот, раскладушечка. Это не на полу спать. Это раскладушка. Повыше. Вот в комнате, как она тут расположилась. Вы тут видите, даже можно встать с кровати. Вот. Мои тапки. Шкаф закрыли. Здесь тоже все, конечно, к столу не подберешься, но все равно даже телевизор можно смотреть с раскладушки. Вот так что вот так вот мы проснулись. Будем собираться на пляж, хотя погодка. Ой, какая там погодка. Погодка какая-то не солнечная. Вот так вот. Ну что, сегодня у нас последний день на пляжу с мамой. А может, завтра еще придем? Не знаю, не знаю. Ну, на Манхэттен. Там кукурузка у нас. Кукурузку. Естественно, на пляже надо кушать кукурузку. Угу. Олег сегодня свою кепку забыл. Ну, смотрите, какие тучи. Мы, конечно,
конечно, пришли, у нас было такое вот голубое красивое небо. Хотя вообще-то целый день у нас был вот такой. Может, мне не понадобится. Да, сейчас будет. А то еще и дождь пойдет. А дождь нам не обещали. И сидим мы на Брайтоне. Вот так вот. С кукурузкой. Несмотря на то, что сегодня выходной, суббота, людей смотрите на пляже как мало. А вода-то теплая. Только погода плохая. Это очень мало людей. Красиво. А у нас погодка портится. Смотрите, какая погодка. Мама в звезде. И вот мама на Брайтоне в звезде. Ма, хорошо тебе отдыхается? Замечательно. Отлично. Да, вот, вот так вот. Ма, как водичка. Покупалась, поплавала, наплавалась. Последний день у мамы, последний день. Там вот завтра еще. Ну, не знаю, посмотрим. Вот, да. Вот так вот, мама, плаваем, как в бассейне. У нас, конечно, тут сегодня и ветерок, и тучки, и вот такая погодка, конечно. Вот там ребята играют в теннис. Ой, тут небо голубое, и мама в звезде. А я еще почему-то до сих пор кашляю. Я кашляю. Я когда говорю, я начинаю закашливаться. Вот, так что вот такие вот пироги. Главное, что мама счастлива, мата счастлива. Да. Это замечательно. Да, сегодня и водичка чистенькая. Смотрите, ноги видно. Вот это сейчас песочек поднялся из-за волны. А вообще водичка очень чистая сегодня. Вот и красота. Вот. Солнышко присветило. Опа. Да, только смотрите, какая там погода красивая. Вот. И тучи. Тучи. Мы с мамой пошли купаться. Ой, блин, солнышко только запряталось. Ага, потом что-то кошмар, а тут вот небо голубое. А ну, мама, заходи в воду красиво. Хорошо? Да, сегодня хорошая водичка. Так-то тебя не видно. У нас тут Брайтон в тучах. Зато сюда красиво. Ты лучше сразу скажи, этот, как твои впечатления? Вернешься ты сюда, к нам? Приедешь еще? Ну, непременно. Ну, как я могу сказать, что я последний раз? Нет. Я думаю, я приеду. Ну, как вы. И хорошо было бы, если бы мы обзавелись с Олегом квартирами, да? Нет. Или одной квартирой, или двумя квартирами. Это у вас изменилось, да, с жильем. Чтобы знать, что это там сами, когда там мы это как бы там еще два человека жили. Ага. Ну да, немножко напряжно, так когда много людей. Так, ладненько, все, выходим из воды. Покупались. Корабли расходятся. А мама идет купаться. Что тут, мама? У нас музыка выключается, когда я включаю камеру. Да. Вот, хорошо выглядишь. Да. Покупалась, все хорошо? Я решила. Еще поплавать. Молодец. А что, солнце светит, смотрите. Да. Еще будет светить, видно. Да. Все нормально. А вам не будет? Туда смотрю.
Ма, где было лучше? На каком пляже? На Манхэттен-Бич, на Брайтон-Бич или на Рокавей? Не могу сказать. А потому что везде по-своему. Везде по-своему хорошо. Не знаю. На Манхэттен-Бич, ну там камушки туда заходить, но все равно там было хорошо. На Рокавей далековато. Ну там открытый океан. Ну тоже было хорошо. А здесь вообще хорошо. Да, все-таки Брайтон рулит, да? На Брайтон, да, на Брайтоне, как в Крыму, да, как в Кирилловке, как в Одессе. 20 минут дольше, чем на Манхэттен. На 10 минут. Какие 20 минут? На 10 минут. Мы вот, по сути, вот тут перешли уже на Манхэттен-Бич. Ладно. 10 минут. Да. Торгуется. Ну, маминым шагом, да, наверное, вот таки получится. Ваша, как это вот, пенсионерка. 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 Ну, блин, ты пенсионерка. Ну, надо ходить быстро, я тебе новые тапки купила, скетчерсы, будешь бегать. Буду теперь прыгать, бегать и скакать. Ха. Ха. Очень близко пошли. Ребята, на водных мотоциклах. А у нас вообще тут погодка капец. Солнца уже нету, все, солнце запряталось за тучами. Жесть, мама вот сиськи промокает. Ну что, я комментирую, что есть. Что вижу, так комментирую. Раздевалок здесь нет. Ну да. Да. Вот. А я не знаю, слышно было или не слышно, но мама говорит, что раздевалок здесь нету, солнца тоже нету, поэтому надо как-то высохнуть и переодеться, как тут некоторые люди переодеваются, фиг знает как, когда прямо здесь на пляже снимают купальники, трусы, лифчики и все такое. Вот. И так что нам тоже предстоит секс на пляже. Ох, как у нас церковь играет. Вот там церквушечка католическая. А мы тут возвращаемся с пляжа. Что у нас там? Никто не едет. Никто не ехает. Так, у нас ужин вкусный. Мама приготовила картошечку с лисичками. И давайте. Аня приготовила курицу. Будьте здоровы. Вот, кушаем. Ну, у Валюшки самая большая тарелка. Шикарно. Тень, конечно, накладывается. Даже не знаю, с какой стороны вам это показать. Да. Вот так вот. Тень везде. Ну ладно, да. Всем приятного аппетита. Да. И будьте здоровы. Да, будьте здоровы все зрители. Что тут у мамы варится, жарится, еще не жарится пока, но что-то варится. Смотрите, мы тут достали, когда-то получала я бесплатную еду, консервы, вот тут морковка. Вот. Потому что, я думаю, нам нашей морковки не хватит, потому что мы готовим, вот это борщ будет. Вот это будет. А вот это перцы будут. Да, поэтому нам надо морковка. Вот. Достала свои залежи уже трехгодичной давности. Да ну, не надо говорить так. Ну, мама будет кулинарить. Кулинарить, да. Делаем фарш какой-то, эти вот перцы фаршированные и борщец. Попытаемся сварить. Ага. Что там, мама? Что ты там положила в перцы? В перцы положила морковку и лучок. А-а-а. Вот тут. Я потом позасыпем туда этого вот приправок. И на месте не запихачим. Ага. На фаршированном. И это тоже готовишь к борщику? А, да? Это уже борщик, да. Ага. Я бурячок буду немножечко этот пассировать. Ага. Морковка жарится, перцы делаются, тыкаются. А, ты даже красный этот перец решила? Так, решила, потому что что-то мы с тобой обсчитались. Да, ну, что маловато такое? Взяли туды, перца. Да. Поэтому я решила этот красный нафаршировать. Угу. Ну, пусть будет. Вот, сейчас мы вот а то сейчас в магазин побегу. Вот. Ну да, ну тут не хватило на 3 перца. Ну, мне, я, наверное, в кулечку положу в холодильник, или я не знаю куда. Вот это нет. Ну, а, то есть я могу сама 3 перца купить? 3 перца купить, а там останется поливка, уже ж будут поливки. То есть, ну, тут 3-4 даже будет, если такие перцы, как вот это. То есть на 4 перца вот будет у тебя начинка. Я вот тут пытаюсь даже с горкой. Да, накладывай с горкой по максимуму. Да, ну, все по максимуму, но оно будет распадаться. Вот так вот. С
Слышишь, Ань, а вот это вот мне нужно куда-то... Как ты считаешь, куда? Куда? Посудинку какую-то. Сейчас, подожди, сейчас я найду какую-то посудинку. Как красиво кипит. Зажарочка. Красивенько, жирненько. Что? Мах, как борщик. Борщик вот заканчивается. Ух ты, какой красивый уже. Красивенький. Пасты хватило? Да, конечно, она хорошая. Да? Это мы какой там покупали? Как она? А, Ханс. Да, вот такая вот паста для борщица. Вкусный? Угу. Нет, хорошо. Теперь попробуй. Пока нет, потом будем кушать. Обедать. Этот уже подвижку для этих делать. Для тех, да. Видишь, сковородку не помыла. И она, смотри, видишь, вот томаты черненькие сделали. Ну, надо же было мыть. Я думаю, конечно, какой-то томат туда. А можно было не мыть, можно было взять бумажную салфетку хотя бы, там знаешь, поубирать черную. Я иногда так я делаю. Я же не знала, что у меня так поле. Я думала, что... А, ну видишь, как только вот бортиком горит. Ну, ничего страшного. Ну, мы переживем. Мы же для себя. Да. Так, теперь мне нужен укропчику там остатки, я туда кидаю. Ага, окей, сейчас дадим. Ох, перцы красивые. Ну, еще тогда надо. Ага. И борщичек. А, не, нюхай. Пахнет борщом. Правда? Да. Старался. Что у нас тут мама кулинарит напоследок? Да, разрешили мне. Ага. Меня допустили до кухни. Там мы ее так допускали, просто ты не хотела. Не хотела, вот нормально. Не хотела же. Мы ее просто разбаловали походами в рестораны. А потом мне наготовили борщ, а потом с фрикадельками вот это вот все такое. Хорошо, если сложно, что ли. Пожалуйста, 2 часа борщ, а то перцы готовы. Ну все, пошли наливать. Пойдем наливать. Ну, Олежек, рассказывай, как борщаться. Вкусный, как у дома. Вкусный, как у дома. Ага. Олежек кушает борщец. Мы, конечно, в наших походных, знаете, условиях мы так кушаем. Угу. Вот так вот сидим. Да, вот так мне вот. Мне кажется, получилось. Да? Ага. Все, я тоже сейчас буду пробовать кушать. Смотрите, у меня тут и ножка куриная, и это вот хорошо. У нас, конечно, борщ не такой, чтобы ложка стоит. Мы такой не любим. Мы жиденький любим этот, но при этом все равно борщик вкусный.